На льду Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! Напомню, что все предыдущие соревновательные дни заканчивались победой Чулпана и Романа, причем в двух случаях они набирали максимально возможное количество баллов – 12. Надо меньше тупить. Надо меньше тупить. Надо меньше тупить. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. В какой-то степени Чулпан и Роман стали заложниками своих предыдущих побед, потому что их танцы мы оцениваем по самому строгому счету. И должен сказать, наверное, Илья Авербух со мной согласится, сегодняшний танец был выполнен не идеально. Присутствовали ошибки, в частности, у партнерши. Ну а кроме того, мне кажется, сказалось, что Чулпан с Романом вышли на лед сразу после Алисы Гребенщикова и Алексея Тихонова. Всегда очень непросто выступать, когда перед тобой так блистательно откатались соперники.